Добрый день, дорогие друзья! Вот сейчас я попробую вам продемонстрировать небольшой ритуал. С помощью воды, молитв, эти молитвы можно считать как заклинания и заговоры, любой человек может почистить себя от негатива, проблем, от мелких сглазов, которые мы можем в течение дня получить от окружающих нас людей. Для этого, как вы видите, у меня есть свеча, две обыкновенные кружечки, в одной из них до половинки, или чуть меньше, налито обычной воды. Я, правда, использую воду крещенскую, но с таким успехом подойдет любая вода, кипяченая, либо не кипяченая. Важно, что вам потом эту воду нужно будет еще и пить. Поэтому возьмите любую чистую воду, которая устроит ваш организм. Взяли две кружечки, зажженная свеча. Берем три спиченки. И нам важно провести ритуал. Спички, конечно, догорят раньше, чем вы начнете читать молитвы. А вам нужно будет прочитать одну молитву «Отче наш» «Иже еси на небеси». Вам нужно будет прочитать один раз молитву «Богородица, Дева, радуйся». И понятно, что во время чтения молитв, вы когда будете освещать крестным знамением эту воду, понятное дело, что спиченьки, они догорят намного раньше, чем вы сможете дочитать хотя бы по одному разу. А в идеале, конечно, прочитать эти молитвы трижды. Вы во время чтения молитв, не прекращая молитв, просто в воде затушили спички, отложили, дочитали молитвы, берете эти две кружечки, подходите к любой двери, входной в квартиру, для двери между комнатами. Любая дверь – это символ перехода из одного пространства в другое. Поэтому здесь не критично, квартирная ли это дверь, или дверь на кухню, или в вашу спальню. И вот образно, если, грубо говоря, здесь находится ручка двери, просто мы переливаем через ручку воду из кружки в кружку не менее 3 раз и просим: «Матушка водица, забери с нас печали, хвори, болячки, сглазы, забери с нас все печальное и плохое, с нас забери и обратно верни оттуда, откуда к нам это все пришло». После этого вам нужно будет как минимум выпить 3 глотка этой воды, а оставшейся водой просто умыться. Как видите, все достаточно несложно. Попробуйте, я думаю, что у вас все получится. До свидания, дорогие друзья.